Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тристан, и да! Да, давно не снимал интернет-батл 2.2. Очень давно, ребята. Ну вот, мы и вернулись, ребята. И по факту мы сейчас сыграем две каточки с быстрой игрой, и одну каточку в профи клубе. Ну что ж, не будем тянуть. Вы готовы, дети? Да, конечно, все готовы, и мы начинаем игру. Как всегда, я молчу, и играю молча. Погнали. Мы начинаем игру. Поехали. Thank you.
Это была сложная битва, но мы справились, ребята, и выиграли 125 тысяч монеток. Замечательно, ребята. Вторая игра. Осталось нам ради еще два игрока, и мы начинаем игру. И все, соперники найдены, мы начинаем игру, я по-прежнему молчу. Погнали! Я хотел этот вариант нажать. Сори.
Вот такая вот, ребята, у нас игра получилась. Напряженная битва. Было два вопроса, на которые я хотел дать тот ответ. Но вот я думал, что это именно он, но почему-то мое подсознание чувствовало, что это именно не то. Оказалось, что это было то. Ну что ж, ребята, осталось нам сыграть профи-клуб. Название магистр. И вопросы здесь гораздо сложнее, поэтому напрягаем свой мозг, не торопимся, но и не отрицаем бонуски в виде быстрых ответов. Ну что ж, набирается количество игроков. Всего несколько секунд. Я по-прежнему молчу, сохраняя при этом всю интригу. И остался один игрок. Все. Поехали, ребята. Даже комментировать не буду. Тупая, ё-моё, невнимательность. Просто. Хорошо,
хочу сожрать это просто игру с телефона вместе. Ладно, шутка, не хочу. Да, ребят, просто тупо невнимательность. Я же понимал то, что это не, если бы частицу не выделяли за главными буквами, я бы это увидел. Но здесь не выделяли. Я подумал, что ладно, окей, меня не подловите, меня подловили. Эх, увы, нам не удалось, к сожалению, вместе с девушками пройти дальше. Выиграть возможно большие деньги, но зато мы просто вспомнили, как выглядит данная игра. Ностальгия сотого левела, ребята. Ну что же, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся, пока.